Так, сегодня 5 ноября. Вчера надо было начинать вышивать четвертый шаг. Я даже попыталась, но это был Питер. Там не хватает 6 видов ниток. Как раз в самый ответственный момент. И поэтому я решила переставить работу, пока я не докуплю те нитки. И, в общем, буду того же автора вышивать схему Ольгу Башкирову, но уже Викторию. Виктория у меня еще в мини-СП участвует на 4 человека, поэтому, в общем, буду пока это делать, а там посмотрим. Так, четвертый шаг у нас там надо сделать 300 крестиков. Мы типа отдыхаем. В общем-то, давайте приступать. Я вам показываю, что сейчас готово. И я сейчас буду вышивать вот здесь вот эту вот часть. Я уже выделила себе... Что я себе выделила? Выделила значок. В общем, приступаем. Не знаю, как быстро будет идти. Все, сейчас запущу на... Скажите так, я скажу на марафоне на саге. Викторию я закрашиваю зеленым цветом, если что. Так. Ну что, всем добрый вечер. Сегодня 6.11. Я с вами вместе в прямом эфире закончила вышивать свой 13-й. Тьфу, 13-й нормальный ход. Тьфу, не дай Боже, четвертый шаг. Четвертый шаг, игра 300 крестиков и больше. Я вышивала вот эту вот область. Надеюсь, как-то там что-то изменилось. Показываю вам, что показывает мне планшет. Я сделала чуть-чуть больше. Ну и поскольку практически каждый цвет, который я сейчас беру, я его должна заправлять, а время идет в марафоне. Получается, что скорость у меня, ну вот сейчас показала уже 101 крестик в час. Вообще шикардос, шикардос. Покажу вам свою организацию. Вот так выглядит моя организация планшеток. Вон сколько ниток, сколько их вот тут вот много. А тут лысые проплешины, короче, и везде в каждом цвете у меня по 2 иголки, то, что я вам говорила на эфире. Вот, видите, тут у меня солиды, и тут вот как раз эта планшетка, которая по одной иголке только. Ну, потому что метр нитки просто складывается вдвое, и все. В общем, вот так вот выглядит моя работа. Вон мой свертыш, предыдущая работа оконченная. Вот так вот я и вышиваю. Так что четвертый шаг готов. Я надеюсь, что у вас тоже. Шлите комментарии под видео, не забывайте. А я буду показывать вам фото своих продвижений в постах под видео в группе СП больше, чем просто большая. Ну и комментарии оставлять все под видео, конечно же, я не буду. Давайте еще раз посмотрим на эту красоту. Можно под углом, скажем так. В общем, клево получается. Хотелось бы еще побольше сделать. Ну, все в моих руках. Я желаю всем вдохновения и до новых встреч на моем канале. Всем пока! Экстренное включение, скажем так. Не завершающее, а, наверное, где-то посерединке. Вот кусочек, который я вышивала. Я еще сюда, короче, ходила. Где-то тут я ходила. Ну что, я могу сказать, вышивать такой цветочек и вышивать фон, это две большие разницы, абсолютно. Давайте посмотрим на мою скорость, 112 крестиков в час. Напомню, что предыдущий шаг я выполняла, по-моему, 280 или 240 крестиков в час, крестиков именно. Так что вот так вот, да.
Скорость на цветах, скорость ниже. Ну ничего, я продолжу вышивать. Привет, шестой шаг. В игре 300 крестиков и больше. Сразу покажу, какой я лох. Ну я, короче, видите, 212 крестиков уже вышла в шестом шаге. Во-первых, я его не посчитала, свою картошечку. И что там у меня было. Ну и понятное дело, что вот я тут вышиваю. Правда, больше фон, чем сложные места. Ну, фон тоже надо зашивать. Игра в этом плане лучше. Ну, вот я час вышиваю. И за час я вышила 212 крестиков. Неплохо, неплохо. Но я тут еще заправляю нитки. И сейчас, когда я фон зашиваю, я решила, что все-таки лучше брать длинную нитку и просто не усложнять себе жизнь. Ну, я, в общем, двигаюсь тут, пыталась выровнять и ушла вниз, короче. Но, как всегда, логика, она всегда со мной. И вот я пытаюсь сейчас вот этот кусочек зашить и все, и уходить отсюда на ту сторону, потому что та сторона у меня не сильно ровная. Пойду картошку, что ли, посчитаю. Это как-то... Я уже сегодня готовила. Я вам говорила, девочки, надо готовить. А потом считать овощи. В принципе, так и получилось. Пойду посчитаю, что там, куда там. И может, мне уже и не надо ничего вышивать. Может, еще надо. Посмотрим. Итак, была проведена ревизия. 19 картошек, 5 помидоров, 4 огурца. Ну и по одному там один лук и одна морковка. Короче, я все перемножила. Получилось 380. Ну, какой-то детский результат. Надо сделать больше. Тогда прибавим еще 300. Короче, 680 надо сделать. Ну ладно, поехали. Всем привет. Заключительная типа видео шестого шага в игру 300 крестиков и больше. Почему типа? Потому что сегодня уже 17 число, а не только что минуту назад 18. Поздравьте меня. В общем, вышла-то я давно этот шаг, а выкладывать его не... Забыла даже снять шестой шаг, как я его завершила. Вот так вот выглядит мой шестой шаг. С этой стороны я уже все, я больше уже ничего делать не буду. Я тут еще колупала цветы. Но следующий у меня шаг, кстати, давайте пусть это будет одним видео. Седьмой шаг в игре 300 крестиков и больше. Мне надо вышить 932 крестика. Если перемножить стороны конкретно этой работы, это разработка схемы от Ольги Башкировой. Тут у нас, короче, я там решала, плюс умножала сторону вертикали на горизонталь, умножала и делила на 300 крестиков, и получилась у меня хорошая солидная сумма 932. И вот здесь вот еще будут эти цветы, короче говоря. Но я пока фон, конечно же, сделаю. Да, я шаровик, девочки, такой, как и все, в принципе. Если вы нет, то я извиняюсь, но, в принципе, я вам говорю как по себе, да. То есть у меня там вот фон, а тут мои любимые цвета синие. Почему бы на них не разогнаться? Не думаю, что у меня получится прям вышить за один вечер все, к чему эти жертвы, да. Но зато у меня получится это за два вечера точно. Я желаю себе удачи, вам тоже удачи, кто вышивает, кто смотрит это видео. Так вот я сделаю ровнее немного, чтобы вы понимали, на чем я буду заострять свое внимание. Пока вот тут вот с краю идет белый ободок, я его пока не делаю. Перед тем, как буду перекручивать канву, тогда сяду спокойно
Это уже, я надеюсь, игра закончится к тому времени. И я спокойно себе сделаю то, что нужно сделать. До следующего включения в игре 300 крестиков и больше. Всем привет! 18 ноября 2020 год. Ну что, я закончила свой 7-й шаг. Мне там надо было 932 крестика. Но походу я вышла больше. Сейчас посмотрим. Да, я увлеклась и вышла 1038 крестиков. Ну, 4 часа 20 минут. Сначала вы видите в 12 ночи. Начала я вышивать свой шаг. Но я там повышивала часик или два, а может быть и полтора. И еще вот вечером. Вот здесь я тусила. Тут я тусила где-то. Закрывала предыдущие крестики. И вот так вот здесь я иду. И окантовочку я еще чуть-чуть тут вверх подняла. Так более аккуратно смотрится. Тут еще немного такая пошматованная. Ну ничего, ничего. Я еще хочу опустить где-то вот так вот уровень фона. И потом уже вернуться вот сюда на мои прекрасные цветы в венке Виктории. Ну что же, девчонки, принимайте мой 7-й шаг. Я его завершила, чему я очень и очень даже рада. До следующего 8-го шага на моем канале. Вдохновения вам!